Разве можно было представить, что мы когда-то коронавирусом бы заболели? Аулада Бреша. Власть врет, она скрывает факты. Потому что то, что слышишь, доносится, там кто-то умер, там кто-то заболел. Лучше бы мы сидели на карантине, обезопасив себя и своих близких. 1200 девушек. И я один. А нам все равно, а нам все равно. Никто никому ничего не даст. Не надо унижать людей деньгами. Мы идиоты, дураки, мы ничего не понимаем. За последнее время в Беларуси появилось аж 3 новых лекарства от коронавируса. Это печь стеклозавода Неман. Традиционный вопрос, чего приехал. Сразу отвечу честно, подлечиться от коронавируса. Вот я посмотрел на эту печку. Самое лучшее лекарство, чтобы не заболеть даже, а не то, что лечиться. Солнечные лучики. При ультрафиолете, вот в солнечном свете, вирус погибает. Так чего же мы прячем людей в эти крематории? Лес и природа. Если бы мы к природе относились ответственно и с уважением, то мы бы жили не только гораздо лучше, но и вирусы бы нас не взяли. Хотя вирусов у нас и так вроде как нет. Нету вируса у нас, сказал усатый педагог. А вот братский Китай все же выразил соболезнования Лукашенко в связи со вспышкой коронавируса и прислал гуманитарную помощь. Совсем товарищ Си берега попутал. Нет здесь никакого вируса. Психоз и точка. Психоз. Заткнись! Сейчас я вам покажу самую действенную штуку от коронавируса. Смотрите, надел и все. Не вижу никакого коронавируса. Вы видите? И я тоже не вижу. Нет его у нас. Нету! Но от помощи, если что, не откажемся. Тем более, что и количество заболевших психозом продолжает упорно и планомерно расти. Теперь уже не по 500, а по 700 и 800 случаев в сутки. Что ни день, то рекорд. 26 апреля число заболевших превысило отметку в 10 тысяч человек. То есть 1100 человек на миллион жителей. Для сравнения, среднемировой показатель сейчас составляет 380 случаев на миллион. Рост стабильный, до пика еще далеко. Но в стране открыты школы и университеты. Продолжается футбольный чемпионат. Массово прошли Пасха. Может быть, я не очень верю в этот вирус, поэтому так отношусь к нему. И республиканский добровольно-принудительный субботник, деньги на который сдирали даже с врачей. Впереди Радуница и военный парад. Хотя у нескольких солдат уже диагностировали коронавирус. Десятки лежат с пневмониями. Ну, вот так проходит подготовка к параду. Парад не что иное, как обеспечение какой-то идеологии государственной, которая никому не упала. Важные рекомендации Всемирной организации здравоохранения насчет отмены массовых и спортивных мероприятий, перевода университетов и школ на дистанционку идут вразрез с государственной идеологией. Потому и на прикормленном телевидении они прозвучали лишь в виде неозвученного ряда других. Рекомендации те же. Физическое дистанцирование, информирование населения о рисках и мерах реагирования. Помещать на карантин пациентов с положительным результатом и ряд других. Все это в нашей стране выполняется. А главный вирусолог, который как у моря погоды ждал Пасхи. Выдержим до православной Пасхи, значит, жить будем. Мало того, что жив до сих пор, так еще и в покрашенный ус не дует и новые лучи надежды разглядывает. Сегодня маленький-маленький лучик надежды забрезжил, как я его называю. Мол, потому что койки в больницах освобождаться начали. В принципе, логично, если перед этим ты отправил всех контактов первого уровня и даже некоторых больных на домашнее лечение. Говорят, если не брать тест на коронавирус, то и роста числа зараженных в стране не будет. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. А вот лучики надежды насчет солнцеподобного в последнее время особенно брежут у белорусов. Так, коронавирусом заразился хоккеист из команды Лукашенко, Дмитрий Мелешко. Недавно они вместе играли в хоккей, который, по идее, должен, наоборот, лечить. Лучше, чем спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. Перед этим заболел человек в приемной главы администрации президента. Он живой, у него приемный человек заболел. Жив-здоров. А на днях исчез один из фотографов пресс-службы правителя, а экспресс-тест показал у него предварительное наличие коронавируса. Тучи сгущаются.
Однако самоизолироваться контакт первого уровня даже и не думает. Показушная беспечность Лукашенко поражает. Без каких-либо масок ездит по стране, здоровается за руку, прикасается к лицу и общается со странными незнакомцами. Слава Богу, что вы вот не закрываете вот эти заводы, фабрики. Слава Богу, мы должны все работать, все трудиться и славить Бога. Вы знаете, помните, я как-то сказал, что ваши благодеяния трактор вылечит. Ну, образно так сказал. А сегодня уже все, особенно в России, в нашей братской России, в Украине, говорят, срочно в поле продышаться свежим воздухом. Я говорю, так я же вас давно уже звал. Психоз подбирается незаметно, но швед, жнец и усатый лжец продолжает хорохориться на публике. Хотя свои руки уже наобрабатывал так, что они облазить начали. Я, например, руки испортил этим этанолом. Сушит. Ты мне подсунул там этот литр, поставил, прохожу, стоит возле стола. Ну, зайдешь, уже по привычке. Да. Надо беречься. Но на коронавирус пока якобы не проверялся. А потому и кашель, который всячески пытались скрыть госсми, обнадеживающий, все же проскочил во время одного из вопросов правителю. На совещании вы четко и твердо поставили задачу. Общение плебса с царем, к слову, процесс непредсказуемый, оттого и опасный. Здравствуйте, Александр Григорьевич Лукашенко. Да, это я, Лукашенко. А я думал, это вы, Лукашенко. Неблагонадежных стараются заранее отсеивать, а надежным выдают по вопросу и униформе. Иногда приходится использовать резервы. Так, одна любительница ролевых игр недавно нещадно спалилась во время посещения колхозменом стеклозавода «Неман». В работницу предприятия внезапно перевоплотилась ранее работавшая лишь языком пресс-секретарь Лидского района и экс-телеведущая Марина Григорьева. Закалку боем я прошла еще 14 лет назад, когда пришла сюда на кастинг. Впрочем, завершить унылый спектакль в крепостном театре одного актера то и дело подворачивается новая возможность. Этот аист мог запросто стать подарком не только для Лукашенко, но и для всего белорусского народа. На самолет похож будет. Однако крякнуть по естественным причинам у Лукашенко куда больше шансов. 65 лет, очевидный лишний вес. 135 килограмм весом. Сердце почти не работает. Это болит, то болит. И полное игнорирование советов медиков. Премию Дарвина он поделит с иранским пропагандистом, который называл вирус фейком, сделанным в США, а потом сам же от него умер. А вот в стране ситуация не такая веселая. Только официально жизнь более 100 пациентов поддерживается аппаратами искусственной вентиляции легких. А от самого коронавируса умерло уже более 70 человек. Причем в одном лишь Докшицком районе как минимум 22. Поэтому реальное число в разы больше, сообщают независимые интернет-ресурсы. А мне скрывать нечего. Кого вы пытаетесь обмануть, что законченное государство? Сын умершего фельдшера показал Коранику свидетельство о смерти отца. Фельдшер скорой помощи умерла в Будокошелева. Стало плохо на работе, вышел, а через час нашли мертвым. В Лиде умер 43-летний реаниматолог. Сегодня врачи у нас защищены полностью. Все, кто заболел, живы-здоровы, уже работают. Температура была больше 2 недель. В Минске умер 38-летний водитель скорой помощи. Врачи помогали как могли. В Минске умерла медсестра больницы скорой помощи. В Докшицах умерла 45-летняя медсестра, мать 3 детей, похоронят в закрытом гробу. Заключение одно, власть не врет. Ну а что толку, что ты будешь врать? Правда, виноваты в этом всем сами врачи, которые сутками спасают людей. Ай, ладно, сейчас я тут зайду, там чего-то сделаю. Зашла, заразилась, понесла заразу в общество. Не должно быть расхлябности. Соберитесь там, где нужно собраться. И это только медики. А сколько уже умерло простых людей? Почти все случаи смерти оформляются как пневмония или грипп, хотя людей хоронят в закрытых гробах. У нашего друга мама умерла, то, ну, хоронили в закрытом гробу. Не разрешили открывать. Он сказал, не знаю, кого похоронил, маму или не маму. Нужен был бы карантин вводить уже давно. Потому что то, что слышишь, доносится, там кто-то умер, там кто-то заболел. Я переболела каким-то вирусом. 10 дней была на больничном, но как бы никто ничего не проверял, что это было. А вы кашляли, какие у вас были? Кашляла, да, температура была. Болеют семьями, партиями, а как послушаешь, у нас вообще фактически мы не болеем. Так что информация у нас крайне скудная. Это система, никто вам правду никогда не скажет. Это было в Советском Союзе, это есть сейчас и будет дальше. Как и Лукашенко. Он не боится, я не боюсь. 100 грамм не пью, но на тракторе ем. Все делают правильно. А зачем вы маски тогда ходите? А маску сказали одевать. Кто сказал? Ну, это самое, маску везде одевать, я согласна. А я, главное, не паникую, не читаю новости. Неудивительно, что реальные масштабы эпидемии скрываются. Лукашенко нужно сохранить лицо. Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись.
Я искренне вам сказал, что от коронавируса, чисто от коронавируса, никто не погиб. Никто не умер. Умерли от хронических болезней. По такой же логике люди умирают не от удара ножом или выстрела, а от потери крови и остановки сердца. И не от болезней, а потому что их организм перестает выполнять жизненно важные функции. Поэтому и коронавируса бояться незачем, и маски не нужны. Нельзя детям эти маски одевать, особенно в школе. Такого требования не было. Если где-то это есть, за это те, кто это ввел, ответят. И потом, ну ладно, гели. И то они ж горючие, по-моему. А этанол этот и прочее. Как это детям, особенно малышам, в сумку положить бензин? Хотя изначально школьные каникулы переносили дважды, а учителей готовили к переводу на дистанционное обучение. Все резко изменилось после очередного высказывания Лукашенко. Они вместе. Они в этом коллективе в своем, кто переболеет, кто не переболеет, они уже переболели, наверное, многие. Это не страшно, когда дети будут вместе. А вот то, что они могут заразить пожилых преподавателей, Лукашенко особо не беспокоит. В пример ставит своего сына, тот якобы 3 дня отдохнул, а потом сам в школу пошел, закрытую. Он 3 дня отдохнул, опять пошел в школу. Я так наблюдаю, думаю, ну если сын президента так стремится в школу, наверное, думаю, он не один. Государственные СМИ бредням лишь вторят. Иногда правильного мнения не находится в нужном количестве, тогда действуют по принципу Марины Григорьевой и записывают себя же. Отправили сегодня в школу. Да, классы не наполнены полностью, там из 28 только по 10 человек поприходили, но, по крайней мере, лучше учителя материал школьный никто не объяснит. Казалось бы, обычное мнение случайного прохожего в Бресте. Если не брать во внимание тот факт, что Александр Сивицкий является оператором этого же и многих других сюжетов телерадиокомпании «Брест». Вот это поворот! Понятие «объективность», оно ушло. Лукашенко просто самоустранился от реального решения самой главной проблемы, а другие не решаются взять ответственность. Такое мнение недавно высказала главный редактор крупнейшего сайта Беларуси. В статье изложена позиция большинства белорусов, которые негодуют от того, что раньше правитель вручную контролировал и обосранных коров, и результаты отбора на Евровидение, и даже школьные скандалы с учителями. Да я на месте этого учителя голубу отвернул бы щенку какому-то. А здесь как страус просто зарыл голову в песок, мол, бизнес сам должен выживать, люди не болеть, студенты учиться. Таких, как Лукашенко, в мире всего 3. Не то что друзей, а даже сочувствующих. У нас в мире очень мало. Недавно авторитетный Financial Times выдал статью «Страусина Альянс», где помимо хоккеиста высмеял президента Бразилии, который ходит на акции против карантина, главу Никарагуа, где насчитали всего 11 случаев заражения, и президента Туркменистана, где слово «коронавирус» вообще запрещено, а болезни лечат гармалой. В многотомном научно-энциклопедическом труде уважаемого президента лекарственное растение Туркменистана подчеркивается ценность гармалы, которую называют лекарством от тысячи недугов. Лишь изредка местные власти в Беларуси проявляют хоть какую-то инициативу. На дороге между Лунинцем и Пинском недавно поставили милицейские патрули, которые вместе с медиками проверяют температуру. Спуститесь, померяем температуру. Такое же будет работать и на въезде в Барановичи. В остальном никто ничего нигде не делает. Проводятся показушные дезинфекции подъездов. В то время как в поликлиниках не хватает антисептиков. Пусто. Правда, там хотя бы начали мерить температуру. Температура нет. Что? Температура? Не знаю. Белорусам, судя по всему, надеяться остается только на себя и на соседей. На днях Польша оказала добрососедскую гуманитарную помощь. Может, Бог поможет, но вряд ли тот, кто чуть выше Бога. Вы сами держите свою жизнь в своих руках, и вы лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь. И хоть по церковным канонам мирянин не может произносить слово перед народом в храме, Лукашенко вещал и даже не врал. В церкви я всегда ничего не скрываю. Вообще стараюсь не врать. Хотя в политике это очень сложно, в церкви тем более. То есть иногда все же врет. Мы никогда не врали вам и не врем сейчас. Так что и вы, белорусы, не врите, что денег у вас нет. Перестаньте складировать золото, а все кубышки со сбережениями выкладывайте на стол. Богатыми нужно быть духовно. Мы вообще отошли от принципов нормальной морали. Мы занимаемся больше стяжательством и накопительством. И сколько ж те белорусы уже накопили? Хватит ли им денег пережить коронакризис? Какие сбережения? На неделю. Зарплаты...
Очень маленькие. Ну, может, на месяц хватит. Думаю, что ненадолго. Недели две, наверное. Только что вышел с банка, взял кредит жонце на леки. Ой, не намного. Потому что от зарплаты до зарплаты. Так о ком же тогда говорит Лукашенко? Мы привыкли пренебречь всем ради денег. Может, о себе, ведь это для него экономика важнее, чем жизнь и здоровье людей. Люди не думают о болезни и как помочь друг другу. В лучшем случае думают, как это в нору какую-то зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Зачем судить по себе белорусов, которые уже перечислили 2,5 миллиона долларов на помощь медикам, купили, произвели и развезли по больницам халаты, респираторы, перчатки и еду для врачей. И не такого качества, как то, что покупает государство. Сижу и вот до сих пор пытаюсь понять, как это может меня защитить, когда просто... Вот оно развалилось все к чертовой матери. А что сделали власти, чтобы помочь медикам? Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Вы это знаете не хуже меня. Инфекционные больницы уничтожили. Специалисты разъехались. В Беларуси ничего не уничтожено, но коек инфекционного профиля с 2010 года стало меньше на 22%. А вот так выглядит инфекционка Слонима. Больницы страны просто не справляются с наплывом пациентов. Это ужас какой-то, твою мать. Поэтому многих больных коронавирусом уже отпустили по домам. Подчинить себе болезнь явно не получается. То ли дело погода. Раньше он вызывал по просьбе губернаторов дождь, сейчас может принести и тепло. Нету сегодня тепла, нету сегодня влаги. Главное тепла, фактор тепла. Ну будет так. Тепло через 2 дня. Если будет тепло, будет все. Интересно, что именно в этот же день у Белгидромета сменился начальник. Совпадение, конечно, однако очень напоминает типично белорусские, нетривиальные способы решения проблем. Вот так Лукашенко, например, когда-то усмирял парламент. Я больше доверяю женщинам. Когда я был в парламенте, там мужиков было море и друг на друга бросались. Когда женщины разбавили парламент, все стало тихо и спокойно. Говорить о прекрасном правителю нравится куда больше, нежели о коронавирусе. Ведь со своими бреднями он сразу же попадает под информационный обстрел. Уже только ленивая паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону. У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Гау-гау, гау-гау. Только я совсем не плачу, это будет по-собачьи. Гау-гау. Гау-гау. И ведь действительно, за что накинулись на бедного президента? Нет здесь никаких вирусов. Я даже отказался от субботника деньги перечислять на здравоохранение. Обойдемся. Но тогда на что Беларусь получит от Евросоюза 60 миллионов евро? Нам очень сильно подставит плечо Европа. Куда потратят эти деньги, секрет за 7 замками 18 резиденций? Может, помогут бизнесу, который уже на грани выживания? Ну нет работы, нету никого. Налоги плати, аренду плати. Пенсионный фонд плати, страховку плати. Покупательская способность упала, выручек нет. И естественно, то есть, как и всем вокруг, арендные платы, то есть платить нечем. У меня за этот месяц было 4 продажи. Нет, точно нет. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет, где это взять. Это время надо пережить. Тогда, может, хотя бы нуждающимся и незащищенным слоям общества... Люди должны понимать, что они сами должны пошевелиться. Люди должны позаботиться о своей семье, о том, где заработать эту небольшую копейку. Выходит, помочь государство может лишь советом. Маски дезинфицируют, как-то называется, вот печь-то... В духовку. В духовку врачи. В духовку положили, вот они, кто-то пристегнул их, кто-то еще что-то, респиратор. В духовку, там же можно, наверное, до 200 градусов температуры. В духовке подержали, положили. Правда, следовать этим советам, как минимум, в домашних условиях строго не рекомендуется. На 30 секунд, ну, будем говорить, на минуту, закрываем. И сейчас эти маски... Ой, блядь. Все сгорели, но... Гениально. Рекомендации Лукашенко – отдельная тема. Вчера он советует переносить вирус на ногах. И всех загнали по квартирам. Я тебя туда запираю, и у тебя на завтра что происходит? Ты всех заразил. А если бы я тебя не запер туда, ты бы на ногах перенес этот коронавирус. Что, невозможен такой сценарий? А сегодня уже призывает белорусов не заниматься самолечением. Немедленно обратись к врачу.
тот, кто сразу обратился, через неделю он здоров. Ну, у нас же, знаете, особенно старики, айпа, посижу дома. Посидел дома, попил таблетку, и уже годность давно истекла. И через 7 дней мы получаем полуживого человека. Неудивительно, что все большее количество белорусов это вдохновляет на творчество. Без масок ходят, и толпой еще смеются над тобой. Спиртным затарились впрок, ебдой забили весь хозблок. И вирус ждут, как божий дар, забыв рабочий календарь. Коронавирус слушал грипп и думал, боже, как я влип. В его глазах тоска и грусть. Да, Беларуси сам боюсь. Наш сосед из Беларуси всем сказал, севры не трусти, это провокация. Только он из дома вылез, как схватил коронавирус, госпитализация. Мы даже неплохо себя показали в импровизированном карантиновидении. Миру конец, мрут люди, как мухи, а у нас заебись, все живее Беларусь. Батька сказал, нужно просто мыть руки, мылю и молюсь, мылю и молюсь. Шутки шутками, песни песнями, а выборы на носу, и люди все больше недовольны ситуацией в стране. Если в выдуманном мирке ГосТВ все хорошо... Саныч, огромное вам спасибо за это чудо наше белорусское, за то, что, ну, действительно, есть у нас на что поглядеть. Какая стоянка прекрасная для фур. А, Саныч, я общаюсь с водителями, общаюсь с людьми, которые ездят по Европе, которые отстаиваются на стоянках. Знаете, что там происходит? Режут тенты, достают грузы, ставят водителей газами через заборник. У нас это все спокойно, тихо, автомобили стоят. Все прекрасно. Саныч, огромное вам спасибо за это чудо наше белорусское. Беларусь. Страна для жизни. То в реальности ситуация совершенно иная. Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лукашенко, уходи! Лука не батька. В стране геноцид. Этот год, наверное, все изменит. Мы должны все подняться, все население, потому что все прекрасно знаем, что наша власть нелегитимная. Президент не выбирался, все пораскрадено, колхозы развалены. Здесь еле-еле на плаву держатся эти все предприятия. Когда момент наступит, выйдет больше людей, я думаю, все выйдут. Потому что уже всех накипело настолько, что невозможно просто. Александр Григорьевич, я гражданин Республики Беларусь. Я не народец. Наш народец побежал в обменные пункты. Я не животное. Я не жру. Понятно? Я кушаю. Жрать что, Путин? Моя жена никакие копыта не чистит. Она делает маникюр, чтобы выглядеть красиво. Но все ли наши граждане могут в салоне постричься и копыта почистить? Мой ребенок не носит намордники. Они одевают маски, чтобы защититься в школе, в которую ты их отправляешь. Ну, есть ли какие-то опасения? Ну, одень ты этот намордник и ходи. Белорусы, сейчас реально такое время тяжелое настало, что вы должны себя уважать. Начинайте себя уважать, и вы поймете, что вы не народец, что вы не животные, у вас нет копыт, вам не собаки, вам не нужны намордники. Вот когда вы это все поймете, вот тогда мы тогда начнем строить страну для жизни. Спасибо, спасибо. Все, полностью согласен. Да тут надо за шею его гнать. Как это можно терпеть? Надо вставать всем миром и гнать этого Лукашенко и его прихвостней вон. Это же невыносимо. Дорогие мои, соберитесь уже. Пора стоять за себя. Это наша страна, а не его. Почему мы должны уезжать со своей страны? Его гнать надо. Без работы оставил людей, без работы, сокращение. Увольняли принудительно в нищету. Гнать козла, душить вилами. Все, не боюсь ничего, пойду за всеми. Мы дружный народ. Поговаривают, что в этом году Лукашенко и вовсе не с чем идти на выборы. Эксперты уверяют, что народ хоть и озабочен больше выживанием, чем политикой. Официальный лидер уже многим надоел. А за корону его стал ругать даже аполитичный электорат. Если вспомнить 1994 год, то действительно Лукашенко пришел на хайпе того, что он посадит всех коррупционеров и запустит заводы. Следующие выборы 2001 года, он, учитывая, что у оппозиции не было нормального единого кандидата-соперника,
он их выиграл с легкостью, тем более, что действительно улеглись кризисы, и заводы кое-как удалось запустить, и они стали стабильно хотя бы выплачивать хоть небольшую, но хоть какую-то зарплату белорусам. Далее, благодаря удорожанию нефти и поставкам ее льготным из России, нефть, газ получилось получать сверхприбыли, которые направлялись в городки, за которые строились ледовые дворцы, повышали зарплаты, создавалась такая модель социально ориентированного благополучного государства. А к 2010-му дико выросли зарплаты, и в 2011-м это все рухнуло. Поэтому, собственно, если бы не Крым, если бы не Донбасс, то в 2015 году Лукашенко бы нечего было предложить. Но он выступил в роли миротворца, что, собственно, хоть что-то позволило нести его электорату. В этом же году мы видим, что, по крайней мере, ничего Лукашенко предложить не может. Ни экономики, ни политики, ни национального вектора. И что конкретно он будет говорить людям в августе, совершенно непонятно. И хоть на словах делается все для людей. Экономика, а значит жизнь людей, и не только сегодня, но в перспективе вопрос номер один. Между строк то и дело проскакивают результаты 26-летней социально ориентированной эпопеи. Докатились до того, что в деревнях для многих детей школа стала единственным источником пропитания. Мы же в деревне бесплатно детей обедами кормим. И у нас же все семьи не такие богатые, чтобы нормально накормить ребенка даже в обед. И многие родители, особенно крестьяне, говорят, ну, дитя ходило в школу, могло там поесть что-то, а зараз и поесть нечего. Вымой руки! А чего же их мыть-то? Ведь есть все равно нечего. А ведь о том, что жить будет легче, говорили постоянно. Дальше хуже не будет. Я вам это гарантирую. Кто гарантирует, что завтра хуже не будет? Я вам это гарантирую. Судя по всему, обещания продолжат раздаваться и развиваться на ветру. Все больше предприятий терпят убытки, даже те относительно элитные, на которые заглядывает Лукашенко. Когда вы закончите эту волокиту с долгами? Ну, вообще-то, по бизнес-плану это 43-й год. Последующий кашель начальничка, к слову, обнадеживающий, ведь Лукашенко ему жал руку. Там постоянно езжу и вижу, что это все пустое. А вот спрашивать за долги придется, судя по всему, уже другому президенту. Одно спасение, если другого президента изберут, пока он развернется. В общем, 7 ноября 2022 года, даже если мы будем на пенсии, он нас пригласит. Даже если на пенсии буду, приеду. В настоящее время все чаще Лукашенко намекает на свой возможный уход. Вот только уходить никуда не собирается. В стране уже начинают формировать списки желающих собирать подписи для выдвижения его кандидатом. Целевая аудитория та же – студенты, учителя, врачи, чиновники, силовики, коммунальщики. До выборов 4 месяца. А пока можно передохнуть. Но главное – не передохнуть от коронавируса. Беларусь среди лидеров стран, жители которых считают действия властей по борьбе с коронавирусом недостаточными. Декрет о тунеядцах возвращается. В разгар эпидемии по всей стране начали приходить новые письма счастья. С безработных надеются сорвать лишнюю копейку. С 1 мая они будут оплачивать коммуналку по повышенным тарифам. В Бресте продолжаются акции протеста против аккумуляторного завода. Протест из экологического перерастает в политический. У меня все на маске написано. Но посранство торгов. Он не пройдет. Хватит. Трое активистов за высказывание своей позиции получили по 15 суток ареста. Чем ближе крах империи, тем безумнее приказы. Но прещане показали, что они готовы бороться до конца. Все нормально. Выйдем, опять возьмем мегафон и опять будем выступать. Мировые цены на нефть рекордно рухнули из-за низкого спроса и образования серьезных излишков ее запасов. Зависимые и завистливые страны с комплексом местечковости уже потирают руки. Такого в истории не было, чтобы нефть стоила минус, чтобы мне, человек, который покупает государству нефть, еще доплачивали. Что я беру эту нефть. Хапнуть нужно как можно больше. А вот куда складировать, пока не знают. Не думают падать и цены на автомобильное топливо. Оно подешевело лишь на 2 копейки. Многие не дожидаются и переходят на более экономные и экологичные виды транспорта.
Карантин в России продолжается. Путин дал отмашку властям в регионах действовать по обстоятельствам. Мне абсолютно безразлично. В Краснодарском крае губернатор призывает к народному единству. Мы православный край. Мы многоконфессиональный край. А мэр Геленджика решил успокоить людей, устроив прямую трансляцию в Инстаграме. Вот сколько вам? Она сидит, блядь, кивает, что-то мне сует, блядь. Она ж меня отвлекает, она не понимает, что ли, блядь. Но в Рязани так вообще запели, прославляя подвиги полиции в борьбе с нарушителями самоизоляции. На улице сидела компания друзей, им видно все равно на старания власти. Немедля к ним нагрянул полиции наряд, потели им еще раз доступно объяснять. Да вы что делаете-то, ну? Ребята, что случилось? Объясните! Но карантин в России – это не только задержание людей, которые вышли посидеть во двор, но и безработица. Владимир Владимирович, справимся. У нас все есть. Здоровая, сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Но Россия большая, и этому православному парню из Петербурга поверили там далеко не все. А пошел бы ты нахуй, этот русский, понял? В Северной Осетии так и вообще решили побунтовать. Там и до карантина жизнь была не сахар, а после введения самоизоляции стало уж совсем грустно. Да и обещанная помощь из Москвы припаздывает. А самоизоляция в чем заключается? У меня трое детей, кто их прокормит, моих троих детей? Я не работаю официально. Но вестимо это не покажут по федеральному телевидению. Российские СМИ обсуждают более важные проблемы. Например, бесконечное загнивание Запада. После многих десятилетий западной пропаганды, когда нам объясняли, сколь высока там цена человеческой жизни, сегодня выясняется, что далеко не каждая жизнь там столь ценна. И не обходят стороной наши с вами пенаты, добрым словом поминая главного союзника и лучшего друга Кремля. Сам Лукашенко в Беларуси объявил хреноложение. Ну, положил хрен на все. Похоже, что такой опыт борьбы с вирусом решили перенять и в Москве. Там положили хрен на всю остальную Россию. Ян Вербицкий, союзные новости, Нехта.